Светуль, ты чайник сними с печки, кашу поставь на печку, а чайник мы поставим на трубу сверху, на улице. Там язык пламени такой бьет хороший. Он вскипит быстро. Ветер, темно. Вон, на трубу поставь. Чего? А, это пожалуйста. Ой, как ярко. Яркое солнышко, что делать? Не опрокинь чайник. Все, можешь выключать-то. Ярко. Все, выключаю, а то уже, да, по глазам бьет. Ой, чуть не упала. Да. Аккуратнее. Ну, молодец. Хорошо поставили чайничек. Вот так вот мы чайники ставим. Солнце включаем, выключаем по собственному желанию. Никаких проблем.